Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1443. События дня. Псалом 68:2. Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. За 25 ноября 2019 года. И здесь я показываю Псалом 68. Он весь относится к эпиграфу. Ну, сами прочитайте его. Курсор ставьте, останавливайте. Я буду более ускоренно проматывать все это. Какие новости за день были. Наше обращение за помощью. Обращается человек-фермер. Очень нуждается в помощи солидных людей. Комбайн приобрести. И о них ролики про этого человека, как он работает. Все здесь есть. Говори. Говори. А кто он такой? Какая у него власть? Понятно. А у тебя кто с тобой там будет дома? Ты чтобы не одна была? Это не важно, это нехорошо. Надо, чтобы кто-то был. Ну хоть кто-то, есть соседи какая-то там, с кем-то знакома? Скажи, а которая была Зина-то, она живая? Ну, подумай сама, чтобы был человек от начала до конца с вами. Ну, все, а мы помолимся. Ну да, ты не торопись, больше слушай. Хорошо. Остальное у тебя написано, ты копию-то оставила, чтобы нам-то дать? Да, оставила. Понятно. Понятно, понятно. Ты, значит, ты это написала митрополиту своему, а патриархию выше не писала еще? Обычно.
Понятно. Так, пока ответа от них нет, никуда больше не пиши. Молодец. Ну, ты знаешь, что ты всегда в наших молитвах. Ты наша дорогая. Спаси, Христос. Хорошо. Во сколько он был? В 11 придет? Так, как его звать? Звать как его, не знаешь? Его звать как этого, главу администрации? Все, понял. Ну, с Богом. Слава, аллилуйя, тебя также. Это Екатерина Тинникова написала. Так. Вот тут говорится о стихотворении каком-то отдельно. Я его сейчас отдельно покажу. Вот оно какое, как выглядит. Прочитайте. Там говорит, поздно спрашивать, чтобы вы ответили Богу, то другое. У меня это все записано так, как есть. Ну и в события вчерашнего дня, я думаю, письмо, которое Вячеслав Семенов написал. Я не знаю, тут маленечко можно даже побольше сделать. Не знаю. Ну вот он написал там священникам. И вы сейчас прочитаете его большое письмо. Очень насыщенное фактами, заботой о людях.
курсором останавливаете, прочитаете, потом передвинете. Я не могу считать, уже голоса нету.
Ну вот письмо это мы прошли. Уж как Бог даст. События какие. Вчера я по телефону связался, батюшка о нем говорил, и из города Москвы приехал в Потеряевку человек без приглашения, без разрешения, Быков Артем. Ну и дальше он доехал до Барнаула, и все в аэропорту, а по батюшке сказал, говорит, я устроился тут уже на работу, мне квартиру дали, а вчера звоню, где находитесь в аэропорту. Да как говорили, никак дальше. Он, ему было в эту ночь или как видение, или что-то, говорит, сегодня в эти сутки будет землетрясение очень большое по всему земному шару. Землетрясение. Я говорю, Писание говорит, что по местам будет, перед самым концом великие. Он не слышит. Я говорю, Артем, если к утру не будет, а сейчас уже введено, по сутки прошли, то ты сознаешься, что сатана тебя путает. Бог не может обманывать. Обманщик сатана, он лжится, отец лжи. Евангелие от Иоанна 8:44. Ну, я его подбил к этому, он согласился. Я говорю, рога в землю, и больше ни слова, чтобы не говорил. Он все ему видение было. Батюшка позвонил, говорит, узнай, он говорит, жена одна у него оставленная, с какой-то сейчас есть, и она духовная жена у него. Что значит? Какую-то секту нашел. Таких много сейчас они духовные, в кавычках говорится. И я его пытаюсь убедить, никак. Я говорю, тут явно дело, что у тебя не то. Про него батюшка воскресенье рассказывал у нас в собрании. Человек не работает, и где бы ни работал, все не подходит. И вот, ни слова не говоря, приехал зимой, пришел. И на 9 часов почти был на морозе. У нас там станция нету, все разломали, некуда зайти-то. А там скамейка есть, это, ну и от дождя прикрытие, ну как остановка автобусная. И он там был, там нос поморозил, и, ну его завезли оттуда в поезд и отправили обратно. Это вот событие большое для Потеряевки. И на этом все.